нам хочется выразить восхищение, хочется выразить поддержку иранскому народу, который борется за свое право на цивилизованную жизнь, вот, за достойную жизнь. Вот. И недавно мы узнали о том, что в толпе демонстрантов люди кричали «Смерть России!». И, в общем-то, ну, хочется как-то показать иранцам, что мы не такие. Вот. И хочется, в общем-то, извиниться за то, как ведут себя наши власти, поддерживая правителя, который стреляет в демонстрантов. Im Iran werden seit jetzt fast 50 Tagen massiv die Menschenrechte verletzt. Menschen werden aus Demonstrationen verhaftet, werden gefoltert in Gefängnissen, die Medien werden zensiert. Das sind massive Verletzungen der fundamentalen Menschenrechte. Das ist keine innere Angelegenheit Irans.